Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас обзор на вот такую вот замечательную игрушку «Цветовой кот». Купила я ее в Альбрисе за 1600 рублей. Почти 1500 рублей. Она всегда так в основном везде стоит, и она очень-очень классная. Вообще, кстати, очень много игрушек от этого производителя. Я потом уже провалилась и очень много интересного нашла. Но я очень сильно хотела вот эту. Ждала, пока будет на нее акция. Так, здесь вот она так вот выглядит. Она пришла в замечательной коробочке, в отличие от других покупок моих. Вот. Здесь 100 целых заданий и 5 старше. Что-то там еще, короче. 5 и старше, что-то. Лет, наверное, да. Один игрок и 100 заданий, да. Ну, как-то вот так. Так, выглядит это вот так вот она. Здесь есть замечательная книжечка, где вот она все расписано. То есть книжка очень классная, и классно, что она сделана на спиральке. Это очень удобно. То есть ребенку не просто открываешь, и ребенок и видит и эту, а можно взять вот так вот, например, и он видит только одну картинку. Вот туда же. Все вот расписано, что, как, где, как сделать определенное задание, видимо. Я думаю, что это очень сильно завлечет ребенка, и он любит такие разные логические игры. Так, и вот, смотрите, у нас здесь есть книжечка. Ну, в принципе, это вот она, реклама, какие еще бывают от этого производителя. То есть, видите, тут очень-очень-очень много разнообразных игр, имеет только денег. И, в принципе, можно все-все покупать. Они все логические. Вот, очень классные. Так, также что у нас? Правила игры написаны на маленьком листочке. Это очень классно. Нету лишней макулатуры. Так, конечно же, сами карточки. Вот эти вот пластмассовые. Только что-то мне кажется, что их довольно маловато здесь. Ну да, их, наверное, заданий-то 100, а карточек, наверное, поменьше. И сама вот эта вот штука. Кстати, с этой стороны у нее резиночки. Они довольно хорошо должны тут лежать, заезжать. Вот они. Тут даже он сразу уже вон видно. То есть вот она. Вот такая. Больше тут ничего нету. Там ничего нету, все лежит компактненько, аккуратненько. Это классно. И также вы сейчас увидите ролик, как мы с ними играем. Как ребенок играет, это интересно или нет, сложно. Мне кажется, это будет довольно сложно, но я думаю, что моему ребенку это понравится должно. Так, вот у нас с вами продолжение обзора. Дима у нас теперь ищет другую. Кстати, очень плотно. Их у меня 18 штук. Нигде, кстати, не прописано, что их 18 штук. Ты с другой стороны осматриваешь, что ли? Да. Вот. Пластмассовые такие, как не стеклышки, а прозрачные такие. Очень, кстати, красивые, не поцарапанные, ничего. Такие там... Классно сделано. За 1500 прям сделано очень круто. Вот так. Да, кстати, прям это очень сильно затягивает. Ребенок все фигуры находит, но пока складывать немножечко неправильно. Вот так, например. Вот. Тогда она будет, получается, похожа. Тебе понравилось, да, я вижу. Ему уже хочется что-то свое придумать, что-то прямо, да? Очень. Тебе нравится, Дим? Да. Нравится? Да. Получилось. Получилось, молодец. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.